Этот день принесет вам череду перемен и событий в личной жизни. Откажитесь от спонтанных поездок и инвестиций. Эмоциональные порывы лучше контролировать. Тельцы. Предстоит решать какие-то безумно сложные задачи, но сам процесс покажется невероятно увлекательным. Одинокие люди могут завязать знакомства. Близнецы. В вашей жизни будут происходить нелогические вещи, и изменить это невозможно, обстоятельства окажутся сильнее. Внимание потребует финансовая сторона. Раки. Не нужно топтаться на месте, если вас приглашают на новую работу. Вам необходимо с кем-то посоветоваться, чтобы принять решение и больше не возвращаться к этой теме. Львы. Звезды рекомендуют посвятить день отдыху, чтению или прогулке на свежем воздухе. Предпринимайте все, кроме тяжелой работы. Девы. Откажитесь от самоанализа и не копайтесь в тех, с кем тесно общаетесь. Имеются задачи сложнее, вот за них и беритесь. Весы. Приятное впечатление получите от встречи с одним человеком, но во время разговора с ним не исключены и отрицательные эмоции. Следите за здоровьем. Скорпионы. Вам предстоит в короткий срок реализовать что-то масштабное. Утомительным окажется путешествие. Тем, кто был в отпуске, будет сложно внедриться в работу. Стрельцы. Вам необходимо отказаться от больших нагрузок. Обострение некоторых болезней может надолго оставить вас дома или в больнице. Восстановить силы помогут близкие люди. Козероги. Не проспите ответственный момент своей жизни. Это начало нелегкого пути к карьерным вершинам. Больше гуляйте на свежем воздухе. Водолей. Звезды рекомендуют заранее продумать маршрут, если в планах дальняя командировка. Меньше прислушивайтесь к мнению окружающих. Вы сами для себя авторитет. Рыбы. У вас в голове будет много разных мыслей, поэтому сконцентрироваться на какой-то одной не удастся. Финансовое положение на том же уровне, но экономию не выключайте.